подъезжаем к школе Даника. За ним едем. Занятие закончить, сейчас мы его заберем. Вот и он. Привет. Как дела? Нормально. Привет. Как настроение, Даника? Ну, сюда как вы? Нормально. Нормально. Как успехи, как дела? Что все хорошо в школе? Да. Настроение хорошо. Как? Хорошо. Хорошо? Нормальное настроение, да? Угу. Надеюсь, будет еще лучше. Да. Надеемся, что мы тебе подним. Твое настроение. У него такое удивленное лицо. Что происходит? Что такое? Ты что будешь заказывать? Я хочу это. Всем привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Поздоровайся. Сейчас мы находимся в знаменитой, популярной в Канаде кофейне, закусочной, которая называется Тим Хортон. Ее открыл хоккеист Тим Хортон, знаменитый хоккеист. И, по-моему, это самое знаменитое здесь заведение. Очень вкусные пончики, очень вкусный свежий кофе. Вот сейчас мы заказали кофе, мама заказала чай, вот такие вот пончики, их огромная разновидность, безумно вкусные, всегда свежие, даже то, что остается ночью, они обычно избавляются от этого, потому что на утро они уже не имеют права продавать эти пончики. Вот, собрались мы здесь за столом не просто так, а для того, что у нас есть специальный повод. Мы купили пончик Даниэля. Ты рад? Я шучу. Мы сегодня решили порадовать, так как у нас Даниэль хмурый сегодня какой-то, да, без настроения, уставший после школы, нет? Нет, ну, нет. Нормально. Он нормально? У нас всегда улыбается, всегда задорный, веселый. Он уже понял, что что-то мы не просто так пришли сюда. Да, и поэтому... Да-да-да, достаю магическую сумочку. Это не запланированный, скажем так, подарок. Это должно было быть на Крисмас. Есть догадки, что это может быть? Часы. Ты очень быстро догадался. Ну, потому что он у меня спрашивал про часы, поэтому... Времени бантики заматывать не было, потому что купила вчера, а забрала сегодня. Вот только до того, как мы забрали его со школы, поэтому, извини, как смогла, так упаковала, только открывай, аккуратно не урони. Он у меня уже давно просил такие часы. Я смотрела все время на Apple, а он так пользуется Samsung, у него телефон Samsung. Поэтому мы ему купили Samsung Smartwatch. Скажи. Такие вот последние, пятые версии. Открываю, продаю. Ты какой цвет хотел? Он, честно говоря, хотел другой ремешок. Он хотел из двух тонов, но здесь такого не было. Ну, граффити тоже красиво, по-моему, как ты считаешь, да? Очень. Очень красиво. Ты доволен? Да. Ты доволен? Очень. Очень. Но это я так подозревала, что он примерно поймет, про что я. Хорошие часы. Это вы, если смотрели предыдущее видео, вы, наверное, поймете, про что я говорю. Как я зашла в магазин за часами и как я... Вышла из магазина много с чем другим. Так что посмотрите предыдущее наше видео. Вот так. Ну давай, следующее доставай. Сам доставай. Еще раз извиняюсь за бумагу. Бумагу небрежно смята. Это кейс.
мне продавец посоветовал, что он сказал, что у него такой же телефон, и что это очень прочный кейс, и вот это вот выдвигается как планка маленькая, и можно она сзади поставить, чтобы телефон стоял. Он сказал, это очень удобно. Хорошая. Посоветовал, сказал, хорошая модель. Следующий подарок. Только аккуратно открывай. Даник не верит своим глазам, но... Я его, он открыли, потому что я попросила, чтобы сегодня пленку такую защитную ему одели, потому что последний раз я на свой iPhone пленку сделала, ну, приклеивала, и у меня пузырики под этим, под пленкой. И вот так они у меня ходили туда-сюда, и поэтому я говорю, нет, лучше уж я отдам человеку, который разбирается, как делать, как приклеивать. В общем, это модель S22 Galaxy, Samsung Galaxy 3 камер. Он сказал, что это очень хорошая модель, посоветовал. И поэтому мой сын, он любитель Samsung. Я ему предлагала часы Apple, я думала с iPhone взять, но он сказал, что он не хочет. Что? Да, вот этот кейс нужно будет, это самое. Он прочный. Ну что? Что-то ты как-то вяло на эмоции. Надо говорить. Устал просто? Надо говорить. Отдал телефон. Ну вот так вот. У нас сегодня такой тихий, спокойный вечер. Попьем кофе. И направимся домой, потому что Даник уставший. Вчера у него была тренировка, сегодня у него еще тренажерный зал был, он уже. Поэтому у него такая вялая реакция на телефон. Хотя я такой совсем не ожидала. Я думала, будет. Ну ладно. Такие уж они вот дети. Да, и потом пойдем домой. Я приготовила очень вкусную курочку. С грибочками, со сливками. Ароматная, вкусная. А Данику есть чем заняться, он будет налаживать свой телефон со своими, да, соединять свой телефон со своими, как это называется, часами. Я тоже уже уставшая заговорилась. Ну вот и все. На этом, пожалуй, все. Было коротенькое видео, но хотели вам показать, что мы приобрели для Даника. Думали, реакция будет другая, да, ничего. Ну все. Пока-пока.